День защиты детей. Так назвали праздничную программу ее организаторы, активисты общественной организации «Территория деловых людей», почетным председателем которой является Владимир Бадылан. Ввиду ненастной погоды она стала в Измаиле едва ли не единственным массовым мероприятием, приуроченным к Международному дню защиты детей, который отмечался в минувшее воскресенье. Из-за дождя, заявленный на 31 мая конкурс детского рисунка на асфальте, организаторы вынуждены были перенести под крышу торгового центра «Таврия В» и предложили детям выполнить свои рисунки на листах бумаги. 1 июня итоговое праздничное мероприятие прошло в спринт-кафе торгового центра и собрало свыше сотни гостей разного возраста. В этот день организаторы подготовили великое множество конкурсов. Буриме, кто лучше всех украсит папу и маму, на лучшую косу, сплетенную из лент, и другие. Забегая вперед, отметим, что после праздника ни один из юных участников и даже кое-кто из взрослых не ушел без приза. Призы – мороженое, соки, яркие зонтики и пляжные матрасы – были предоставлены торговой маркой «Ласунка» и торговым центром «Таврия В». Апогеем праздничного мероприятия стало подведение итогов конкурса «Рисунка». В нем приняло участие около 100 мальчишек и девчонок, а победителями жюри признало 36 участников. Особого упоминания заслуживает самый юный участник конкурса, двухлетний Ванечка Базуленко. Словом, праздник удался на славу. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».